Всех приветствую, продолжаем рассматривать прекрасное издание, знаменитый музей мира и описание картин. Филиппина Липпи. Рождество с двумя ангелами. Около 1490-х годов. Дерево, масло, темпера, золото. 25 на 37. В картинах флорентийского мастера Филиппина Липпи отразилось влияние его отца, известного живописца Фра Филиппа Липпи и великолепного, утонченного Сандро Боттичелли. Большая часть произведений художника – это фрески. В разное время он работал в капелле Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции, где закончен цикл росписи, начатый Мазолини и Мазаччи в капелле святого Фомы Аквинского в церкви Санта Мария Сопра Минерва в Риме, в капелле Строци, в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции. Его творение отличается сильной драматизацией образов, свободным расположением фигур в композиции и хорошим рисунком. Липпи довольно часто включал в свои работы различные архитектурные элементы. Украшенные античными орнаментами, они являются фоном для разворачивающихся на первом плане событий. Нужно отметить, что станковых картин наследие мастера довольно немного, и большинство из них находится в коллекциях итальянских музеев. В Национальной галерее Шотландии хранится произведение Липпи, относящееся к позднему периоду его деятельности. В центре данной композиции изображена коленопреклонная Мария. Длинные края ее одеяния поддерживают ангелы. Руки Богоматери сложены на уровне груди в молитвенном жесте, а взгляд полной любви и нежности направлен на лежащую перед ней младенца, закутанного в прозрачные пеленки. Напротив Мадонны, облокотившись на палку, сидит Иосиф. Задумавшись, он не смотрит на Иисуса, его взгляд устремлен за пределы картины. Все фигуры написаны фронтально, практически на одной линии, что несколько упрощает композицию. Чтобы смягчить это впечатление, художник изображает на дальнем плане пейзаж с виднеющимися шпилями. Камерный размер работы позволяет предположить, что она была выполнена для алтаря и являлась частью его живописного убранства. Ну вот такое описание в книге «Великий музей мира» работы «Рождество с двумя ангелами» Филиппина Липпи. Пока-пока! До свидания. Всего хорошего.